27 октября 2010 года. Историческое событие. В Татарстане открыт первый участок транспортного коридора Европа-Западный Китай. В церемонии открытия магистрали Шали-Сорочьи горы принял участие президент Татарстана Рустам Миниханов. Это наша мечта – построить вот эту дорогу, соединить М7 с трассой Казань-Оренбург. Когда мы ее начинали, мы... Конечно же, планировали соединить эти две дороги. Когда мы ее начали строить, вот появилась эта большая идея новой трассы, коридор Европа-Китай. И как раз вот этот участок, он вписывается в этот проект. И на самом деле... То, что мы сегодня сделали, это большое достижение. Строительство автодороги Шали-Сорочьи горы началось в 1998 году. Эта дорога протяженностью 40 километров соединяет автодороги М7 и М5 в обход Казани, что разгрузит движение транзитных машин через столицу и ускорит движение. Предполагается, что эта дорога станет частью платной автомагистрали Шали-Баулы, которая в свою очередь является участком транспортного коридора Европа-Западный Китай.